уже прошел год, как Виталия Николаевича нету с нами. Главное помнить человека. Главное всегда о нем помнить, какой бы он ни был. Спи, братишка, спокойно. Пусть земля тебя будет пухом. Пусть никто тебя не беспокоит. Человек, который в любом состоянии своего организма никакой агрессии не вызывал никогда, ни сам, ни к нему. Я думаю, что он никогда вообще в жизни никого не обидел. То есть такое представить даже невозможно. Он все-таки был такой жизнерадостный человек, несмотря ни на что. Ты вообще безобидный был. Остроумный, малый. Мужик, очень остроумный он был. И очень веселый, и харизматичный. Да, с ним было очень интересно общаться. Ну, он такой, он не был таким хулиганом, знаешь, который там деньги там, блин, отнимает или что-то там. Такой был, распиздили, ну что про него еще говорить. Он был в свое время очень инициативен, то есть хватался, вот. Потом он не боялся стереотипов. То есть все вот металл играют, мне похуй металл. Вот мне нравится индастриал, буду индастриал. Да добрый был он парень. Добрый, очень, очень жалко, что его не стало на самом деле. Он сам для этого, он как бы всегда говорил, что я разрушаю, убиваю себя сам. Это мой выбор. Он был всегда в нормальном настроении. Такое ощущение, что его ничего не обламывало. То есть он все время был как будто вот он, ну типа, ну все нормально. Вот и так, ну все хорошо, типа все вот это. То есть, как сказать, не было уныния. Вот. Потом... А то, что он был, ну не то, что безобидный, но то, что зла другим он не желал, это точно. Хороший, нежадный человек, в меру искренний. Не любитель там, конечно, он правду матку был резать, но всегда оставался при своем мнении, как бы. И не поддавался он под чужое влияние. Он всегда все, как бы, делал так, как он хотел. Вы потеряли человека с душой гитары. И сердцем рок-н-ролла. Здравствуйте, небесные Виталий. Заставку. В эфире коррупция. Ты продолжаешь космические парни Чернобыльской АЭС. Фантастические. Просто очень фантастические парни. Кинете жрём. Антенну на голове носим. А вот, пожалуйста, хотим познакомить вас. Доброе лицо, Сергей Ступин. Доброе лицо, Сергей Ступин. Сергей Ступин в студии. Поприветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Я очень рад присутствовать в этой программе. Я рад, что у меня... Я рад вообще, что меня сюда пригласили. Спокойнее. Вот здесь, почешите, пожалуйста, вот здесь. Со стороны поручик чешут, да пусть чешут. Вот здесь, вот здесь. Да. Вот здесь. Я рад, что меня пригласили. Мне очень нравится эта программа. Мне очень нравится стиль программы. Мне нравится, как вы работаете. Особенно нравится клип, который вы ставите. Он на Вабанке работал. И Леваком они, ну как, чуть не сказал, качали. Антенны ловили MTV. Выхватывали там Nine Inch Nails, ну, модные тогда группы всякие, Front Line Assembly, и писали на кассеты, всем раздавали. Он был такой классный канал, через который модная, тяжелая, именно модная, а не ну, электронная, тяжелая электронная музыка поступала в Орле в массы. Но он был в движниках, когда работал на Вабанке на телевидении. То есть это была, как сказать, ну, элита, не элита, но сливки такие... интеллигенции. Ага. Показывали, он был на телеэкране, Виталик. Там у него были всякие знакомые, в будущем ставшие мэром. Всякие Ступины, там эти, Муравин. Когда он работал на телевидении на Орловском, он, например, писал MTV по ночам на видеокассеты, просто эфиры.
Потом эти эфиры, люди по городу переписывали себе просто, чтобы, так сказать, просвещаться, слушать, смотреть. Потому что, ну, это, ну, понимаете, не то, что сейчас. Тогда информации не было. Тогда не было ни интернета, ничего. Ну да, в Москву люди на горбушку гоняли. Пришел, принес мне магнитофон, кассеты. Это надо послушать обязательно. И помню, даже это с Кинни Папи было. Да, но это его любимое. Вот. То есть, как бы, но помимо музыки, я хочу сказать, что он довольно-таки разносторонний человек был. С ним можно было пообщаться абсолютно на любые темы. Не только на темы музыки. То есть, у него эрудиция была достаточно, он образованный. Да. Передача «Коррупция» — это было таким, ну, как сказать, шоковым состоянием на фоне того, что происходило вообще вот, ну, в окружающем мире и вообще по телевидению, в том числе и по Первому каналу, и по Второму. В то время телевидение было это телевизор с черно-серым, да, белым изображением, в котором показывали новости, международную панораму и прочее то, что вот, ну, типовые стандартные программы. А это было периодически, там, или раз в неделю, раз в две недели. На Орловском телеканале включался программа, в которой сидели два волосатых чувака и рассказывали там про новинки дэт-металла, гранд-кора, рассказывали про новые команды. Эти клипы, их вообще увидеть было нигде нельзя. Я не знаю, где Рэмбо их сдергивал и где потом, чтобы это показывать было, потому что по тому же по MTV, ну, там были стандартные, так вот, ну, группы, так сказать, лайт-вариант, да, лайт-рок такой был там, это самое, не знаю, самая тяжелая, наверное, была группа Хим. Мне часто снится один и тот же сон. Я вот лежу прямо в центре поля одуванчиков. Одуванчики белые, вот эти вот пушистые. Ну, не желтая эта фигня, уже они вот зацвели. И тут все это начинает вокруг меня воспламеняться. И огонь прям приближается. И я прям не знаю, куда вырваться. И бегу прямо в огонь. И пытаюсь, и вырываюсь я оттуда, не знаю, но очень тяжело это все переносить, когда вокруг тебя огонь, и ты не знаешь уже, куда деться. Просто воспламеняйся уже сам по себе. Но в это время, наверное, что-то перемыкает, и я просыпаюсь, потому что уже действительно страшно начинается. Вот такие вот дела. Когда был первый концерт, панк-рок, пати какой-то. Ну, в общем, когда вообще вся эта тусовка вокруг меня и начала происходить. Увидел я там какого-то лютого деда, и все такие: «О, Виталий Николаевич, давай, давай!» Думаю, ни хрена себе, пришел там какой-то пьяный дед, отжигает там с панками со всеми. Вот, а потом мне Атос, тоже царствие ему небесное, рассказал. Есть тут такой у нас Витер Эмбоза, очень офигенный неформал, самый-самый древний, самый прожженный. Вот, а потом я узнал, что есть такая группа. Вот, я посмотрел клипы, приофигел, что у нас такая движуха есть в Орле. В Iron Maiden есть Эдди, в Megadeth есть этот Вик, там чувак в пиджаке, скелет. А у нас Виталий Николаевич. Что там, все, включились вы.